тем, что эту песню я написал не один, а в соавторстве с моим давним другом, моим коллегой Кириллом Комаровым. Тоже это автор-исполнитель из Санкт-Петербурга. Кстати, он еще в Обнинске не был, так что я думаю, что в 2022 году такое желание загадываю, чтобы к вам приехал Кирилл. А пока песня, которую мы написали вместе, она, кстати, потому что мы ее написали до всего этого, но она оказалась очень актуальной. Она называется «Мой доктор». Я все время забываю одну вещь. Мне нужен дополнительный музыкальный инструмент. Так что еще раз. Все говорят, что я профи, все говорят, что я ас. Я классно выгляжу в профиль и неплохо смотрюсь анфас. Зря время свое не трачу, имею здоровый вид. И только мой доктор считает иначе, мой доктор считает иначе, мой доктор что-то темнит. По жизни я типа гуру, и каждый мой день мастер-класс. Когда я тру за культуру, дамы впадают в экстаз. С утра я похож на мачо, особенно если не брит. И только мой доктор считает иначе, мой доктор считает иначе, мой доктор хочет знать, где болит. Я лежа похож на атлета, не сдвинуть, не обойти. А если смотреть против света, мне не дашь 35. Я беру такие подачи, что мог бы играть за «Зенит». И только мой доктор считает иначе, мой доктор считает иначе, мой доктор кому-то звонит. Мой доктор курит и смотрит в окно, и я пытаюсь шутить, но ему не смешно. Он видит меня насквозь, он обо мне знает все. Но вот он почти, не меняясь в лице, берет авторучку и пишет рецепт. И я понимаю, что чудо свершилось, и я спасен. Я спасен. Thank you.
Томасе вместо стали какой-то другой металл. Заблудилась моя удача и стерлась моя броня. И только мой доктор считает иначе. Мой доктор считает иначе. Мой доктор верит в меня.